Безопасность на мероприятиях, сообщения о заложенных бомбах и профилактические меры обсудила сегодня антитеррористическая комиссия Чувашии. Массовая эвакуация людей из зданий из-за сообщения о заложенной бомбе этой осенью прошли во многих крупных городах страны. В Чебоксарах эвакуировали торговые центры, гостиницы, ряд школ. Сообщения оказались сложными, экстренные службы справились. Однако, чтобы не было паники, необходимо шире информировать население о подобных явлениях, отметил Михаил Игнатьев. Что касается профилактики, то в республике налажена работа, создана специальная группа специалистов. Проведено более 100 различных мероприятий по вопросам профилактики террористических и экстремистских проявлений среди мигрантов. Проводимая комплексная работа позволила не допустить распространения на территории Чувашской республики идеологии терроризма, возникновения конфликтных ситуаций. В рамках плана по противодействию идеологии терроризма проводится обучение муниципальных служащих. Специальный семинар прошли и журналисты ведущих СМИ региона. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.